машину вас купить. Можно новую или новую. Да ну новую желательно. Говорю, нашел, говорю, где спросить за новую машину. Ни одного автосалона, говорю, 9 лет нет. Вон, по Поленёва все салоны как были и стоят разбитые. Даже БУ ничего не продается. Там на оборону хоть БУшные продаются. Тех салонов. А на этом, на Линком Ауте, даже по объездной. Я смотрю, новые Пассаты, туда прям вообще, ну, свежак, свежак. Да, ну, у меня приятели, два брата, они работают. Дальнобойщики. Прибавки, ну, с Европы, в общем, по бригаде. Понятно, что один Пассат взял по седьмого. Другой грузака. 200. Понятно, что она не новая. Но сюда вот пусть они заедут, а это же новая уже. Прикольно, у нас цены на машину прям так вообще. Да, ну цены, растаможка подорала, но сейчас растаможка хоть не нужна за российские машины. Но опять-таки Литва, Грузия, уже растаможка. Причем в два раза. Ну, их никто, кажется, сейчас уже все не гоняют. Только цены у нас машины в этот... Да ну что там не гоняют? Ну вот приятель вот сколько, пару месяцев назад пригнал. Да, в сентябре, октябре, октябрь где-то, да. А, в октябре он уже уехал, вот сентябрь он уже. Ну, таким растаможкам больше 100 тысяч вышло. За столбик опять. А, по 1 мая? Ага. Ну, это я знаю. Ну, где-то 200 метров, которых нет дороги. Ну, они так скоро надоест, там же тут все объезжают, катаются, да. И шлагбаумы поставят. А тут то ли... Живет какой-то. Тут художник. Ну, типа садик, где-то, ну, маленький садик какой-то есть. О, а тут она только до сюда была, эта дорога. А это мы как раз сейчас выйдем к старому садику, да? Да, день.